На создание выставки «Весна, любовь и красота» Наталью Братенкову вдохновила работа в Центре экологии. Ведь независимо от поры года и погоды на улице, в зимнем саду всегда тепло и уютно. Поэтому такая работа не только не утомила, но и дала силы на создание картин, вышитых как нитью, так и бисером, а также работы с фетра. Наталья Братенкова уже не один год занимается рукоделием. Прежде ее творчество оценивали лишь близкие и коллеги. Сейчас полюбоваться вышитым парусом, дамами в шляпке и городскими видами сможет любой посетитель зимнего сада. Это вообще мое хобби. Я занимаюсь этим в такое свободное время. Но, наверное, больше всего я хотела бы сказать спасибо вот самому зимнему саду, спасибо тому месту, в котором я работаю, потому что именно то, что мы видим вокруг нас, вся природа, наверное, и способствует тому, чтобы можно было создавать такие красивые работы. Значит, здесь в основном работы посвящены и нашей прекрасной половине человечества, и, наверное, мечтам. Увлечение Натальи Братенковой вдохновило на создание творческих работ и ее коллег. Клетка с птицей, сделанная из бумаги, вышитые картины – все эти работы тоже посвящены весеннему празднику. Каждая согрета теплом ее создателя, а значит, полностью оправдывает свое присутствие на выставке под символичным названием «Весна, любовь и красота». Мне очень нравится картина, называется она «Алые паруса». Там, в принципе, работа очень сложная. И я так представляю, 27 тысяч стежков вышить, это уже нужно приложить сколько усилий. Сама я, например, на такое не могу это себе сделать, не смогу это сделать. Это не у каждого получится. Ну, а в принципе, работы эти вызывают и восхищение, и такую радость, и настроение солнечное. В планах у автора организовать мастер-классы по вышивке нитью и бисером, чтобы ценители рукоделия смогли не только наблюдать за шедеврами, но и создавать свои собственные. А пока окунитесь в мир весны, любви и красоты Натальи Братенковой.